В условиях пандемии люди все чаще остаются дома, но в Великий пост многие православные обращаются за утешением в Дом Господний. В Чебоксарах в одном только храме новомучеников, исповедников в обычное время могут совершать молитвы до 700 человек. Но духовенство пошло на беспрецедентные меры, чтобы обезопасить людей. Представители разных конфессий призывают временно воздержаться от посещения храмов и не ходить на массовые молитвы. Для верующих разработали специальные меры безопасности. Чтобы не подхватить болезнь церкви, дезинфицируют иконы, обрабатывают руки. Теперь крест не целуют, а причащаются из серебряной лжицы. Прихожане, как вы сегодня у нас в храме видели, они стоят на расстоянии, близко не подходят, у кого-то маска есть. И должны сотрудники вместе молиться с батюшкой, с священником. Сотрудники тоже должны иметь маски и должны дезинфицировать, должны за чистотой следить. У нас народ привык, любит прикладываться к иконам, а больше всего, сейчас я замечаю, прикладывается щеками. Это сегодня у нас самое-самое хорошее время, когда есть возможность дома помолиться и онлайн смотреть по телевидению службы. Ну, а и причащаться, кто желает, у кого больные, есть и слабые, домой надо приглашать священника. Всегда всем даем телефоны священников, и в церковной лавке телефоны можно получить. Без особой нужды верующим рекомендуют до особого патриаршего благословения сидеть дома. Это не прямой запрет, пусть каждый сам для себя определяет и делает выбор. Представители всех конфессий сходятся в едином мнении, что жизнь и здоровье прихожан превыше всего, и призывают с пониманием отнестись к серьезным мерам. Уважаемые мусульмане, братья и сестры, проживающие в Чувашской республике, в связи с известными событиями, которые происходят в мире, органы государственной власти предпринимают все возможные меры, чтобы не распространить коронавирусную инфекцию. 13 марта этого года Духовное собрание мусульман России, в которую входит и муфтият Чувашской республики, наши ученые издали документ, который разъясняет ситуацию и о мерах профилактики распространения коронавируса в религиозных учреждениях. Согласно этого документа мы обращаемся ко всем нашим дорогим, уважаемым прихожанам. Все эти предложения, они нацелены на одно, чтобы сохранить жизнь человека. То, что сегодня после обращения и главы нашего государства, и также тех мер, которые в Чувашской республике предприняты исполняющим обязанности главы республики, правительством и других ответственных органов. Хочу заметить, мы должны воспринять эти установки, во-первых, как законопослушные люди, мусульмане. Во-вторых, мы должны понимать, что это все делается во благо нас, чтобы сохранить жизнь людей, чтобы не дать распространиться коронавирусной инфекции. Так давайте же вот и эту неделю мы посвятим целиком и общению со Всевышним Творцом. И верующий человек, если у него в сердце есть иман, вера, он Всевышнего найдет везде. Поэтому я прошу вас и обращаюсь к вам сегодня с просьбой еще раз воздержаться от посещения коллективных намазов в мечети, от коллективных других мероприятий, с пониманием отнестись, сократить участие и других религиозных мероприятий. И дай Всевышний в скором времени
иншаллах, эта напасть, это испытание, оно уйдет, и мы вернемся к нашему традиционному спокойному укладу и будем вместе молиться в наших мечетях. Я желаю всем вам добра, милости Всевышнего. Это тот случай, когда бдительность превыше всего. На Бога надейся, но и сам не плашай. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Андрей Спиридонов. Республика.